Привет всем, кто смотрит программу Body Time. Сегодня мы находимся в клубе Меридиан на хип-хоп-пати с озвученным названием Street Style. Здесь будут выступать 17 рэп-исполнителей, представители двух танцевальных школ Scream of Soul и Motor Show. А также нас ждут призы и подарки от уже культовых магазинов уличной одежды Original Store и Stuff. Оставайтесь с нами, у нас, как всегда, все самое интересное. Привет! Привет! Очень рада присутствовать на очередной твоей вечеринке. Очень радует, что ты продолжаешь вообще вот это все дело. Хип-хоп-культуру. Да, хип-хоп-культуру продвигать и делать эти рэп-пати. Расскажи, что сегодня нас всех ожидает. Сегодня будет у нас, в общем, присутствовать брейк-данс, битбокс, фристайл, рэп-исполнители, более 17 команд. Первое место, призовые фонды, естественно, это первое, второе, третье место будет участвоваться от студии MGK Records, призовые фонды от них, Original Store и Stuff, призовые фонды будут от них, в общем, одежда от этих двух магазинов. У вас сегодня презентация альбома. Yes. Я вас поздравляю. Спасибо. Это огромный труд, это очень круто, что вы достигли этой планки. Собственно, с чем вы сегодня будете выступать? Мы сегодня полностью даем презентацию альбома, полностью, ту, которую мы готовили целый год. Расскажи немножечко о создании. Чей продакшн, где вы его отписывали? Собственно. Кто обложку делал? Продакшн свой, все свое, полностью все свое. Сам себе продакшн? Да, сам себе продакшн. Мы купили студию себе, сейчас открываемся 1 декабря, MGK Record, добро пожаловать всем. Второй альбом будет, не будет, это посмотрим. Мы здесь как бы не для того, чтобы каждый день записывать трек и быстрее каждому его показывать. Вот почему это. Нет? Нет, мы не здесь. Баста в свое время сказал, если я не написал 2 бита за день, день прошел зря. Ну, мы не из тех. Это хобби все-таки. Как ни крути. Что ты здесь сегодня делаешь? Я танцевать пришел. У вас сегодня джем, или у вас баттл, или показательное выступление? У нас сегодня баттл у команды Scream of Soul против команды Мотор. И как ожидания? Ожидания на выигрыш, конечно. И как иначе? Вы с учениками пришли или с каким-то своим основным составом? Не, мы пришли с учениками сегодня танцевать. Вы часто принимаете участие в мероприятиях вот подобного формата, не танцевальных, так сказать? Нет, очень редко. Это второе мероприятие, на котором мы батлим именно команда на команду с учениками. Как дела вообще у вашей школы и чего от вас ожидать в ближайшее время? У нас все отлично. Вот в это воскресенье мы делаем небольшой фестиваль домашний, I Love This Dance называется. Через неделю у нас будет фестиваль по хаосу. В общем, двигаемся, развиваемся, растем. Это очень круто, я вас поздравляю и желаю вам успехов на этом нелегком пути. Почему после 16? Ты после 16 начал читать рэп или до 16 твой рэп нельзя слушать? Просто мой рэп имеет такой смысл и, естественно, слова такие, ну, есть ненормативная лексика, которая, естественно, доступна детям после 16, так сказать. Родителям давал слушать? Родителям давал, да, но... Не воспринимают? Воспринимают. Говорят, иди на завод. Не, да. С чем ты сегодня выступаешь? Я выступаю со своим треком, который мало кто слышал. Это трек называется «Сколько». В одном треке разные тематики. Вот, скрытый смысл. Кто знает, тот поймет. Ты завсегда та этих пати, ты всегда выступаешь, всегда качаешь, всегда тусишь. С чем ты сегодня пришел? Я, как всегда, пришел со своим рэпом и с новым треком. Надеюсь, сегодня он очень всем понравится. То есть я как бы давал друзьям приценить, друзьям очень нравится, поэтому, думаю, публика прокачается. Давай немножечко перейдем к сегодняшнему мероприятию. Какие твои эмоции, ожидания, атмосфера? Все отлично, и настроение хорошее, и людей сегодня много у нас. Вот, очень много, не пролезешь, не протолкнешься.
officials. Speak their issues, then dish you like you stole a tissue. I'ma miss you when you fall into the flames. Каким образом вы отбираете выступающих? Вот если человек, он увидел вас в интернете, по телевизору, хочет принять участие в этом мероприятии, как он может сюда попасть? Само собой, в интернет нам видео, прослушиваем его треки, как бы, если более достойные варианты, как бы, более достойные участники, само собой, как бы, он имеет право выступать. Хочется развиваться дальше, делать какие-то глобальные фестивали, может быть, что-то новенькое вводить? Конечно, конечно, да, будет. У нас уже намечается движение 18 числа, это будет в холиды, уже планируется, в общем. Ну, как бы, да. Декабря. Мысли, да, декабря. Мысли есть по поводу этого. Довольно-таки много, много идей и все в ближайшем будущем, конечно. I'm like hunt pussy, slut lick, twat lick dick. No, my vocabulary ain't improved one bit. I'm the lowest of the lowest life forms. And I make it painfully obvious every time I write songs. I'm hated, got liberals begging for the death penalty. And conservatives wishing my mother aborted a pregnancy. I wish my father just put his dick in my mother's mouth. And instead of getting pregnant, he choked on me and spit me out.